От профессионализма и доброты зависит судьба тысяч ребят. В Казани отметили 95-летие со дня образования в России комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ее специалисты решают самые острые вопросы. Как устроить ребенка из неблагополучной семьи в детский дом или, наоборот, поддержать родителей, которые решили завязать со спиртным и начать новую жизнь. Первый вице-премьер Татарстана Равиль Муратов подчеркнул, каждому ребенку, кто оказался в трудной ситуации, нужно найти индивидуальный подход. Прием, когда тот же начинает лишать родительских прав, тот же принимает, что есть все репрессивные методы работы с детьми. И, безусловно, конечно, это далеко не всегда от этого получается положительный эффект. Поэтому мы в республике с вами, как вы знаете, к этим вопросам подходим очень с большим вниманием. По традиции на юбилейном вечере отметили лучших специалистов. Не забыли и о СМИ, которые уделяли внимание проблемам работы комиссии. Среди награжденных редакция художественного вещания нашей телерадиокомпании. Награды всегда получать приятно. Особенно приятно осознавать, что твоя любимая телерадиокомпания «Татарстан» всегда одна из лучших.